Которые находятся на стыке денег и права, и денег и законодательства. Почему так? Потому что, несмотря на то, что деньги – это вроде что-то такое очень правильное, куда мы не хотим никому пускать, еще даже как-то там неприлично разговаривать и спрашивать, но это все не касается государства, и государство у нас всегда, и не только в Беларуси, это во всем мире одинаковый принцип и порядок. Государство очень контролирует, вмешивается, регулирует все вопросы, связанные с финансом. А с финансами, и особенно если эти финансы еще включают у нас какой-то иностранный элемент, то есть какие-то расчеты за рубеж, расчеты с иностранными нашими контрагентами, партнерами. И я еще хочу поблагодарить Маргариту Новосельцеву и бухгалтерский сервис «Делай свое дело», которые присоединились к нашему сегодняшнему этапу. И после того, как я поговорю, наверное, о таких более традиционных вещах, о банковских счетах, для расчета с помощью каких-то традиционных инструментов, как банковские счета, Маргарита расскажет о том, что, наверное, сейчас еще более актуально, куда, к сожалению, нас выдавливают, как иногда и белорусский законодатель, и, я бы сказала, иностранные банки в том числе, это различные альтернативные платежные сервисы, которые, насколько я знаю, ну, судя, например, по обращениям наших клиентов, очень активно используются сегодня, но тоже там есть ряд своих нюансов, и об этом расскажет Маргарита. В первом блоке мы коснемся в основном то, о чем нужно помнить со стороны как бы белорусского законодательства и с позиции белорусского регулятора. Это валютные ограничения. Валютные ограничения – это часть валютного регулирования. Валютное регулирование, говоря простым языком, это какие-то правила, по которым государство, регулятор, в нашем случае регулятор – это Национальный банк, говорит, как нам осуществлять расчеты, как нам можно инвестировать в валютные ценности. То есть это такой вот свод правил, которые очень сильно контролируются государством, и которые, я бы так сказала, желательно не нарушать, это мягко говоря. И, соответственно, как государство нас контролирует, это валютный контроль, это именно как за нами следят, за нашим бизнесом, за нашими расчетами, правильно ли мы это делаем или нет, с помощью различных мер. Контроль, я сейчас не говорю о проверке, что кто-то приезжает, а рейдов такого, на слава богу, давно нету. Мы сейчас говорим скорее таких о превентивных мерах, для того, чтобы совершить какую-то финансовую операцию, совершить расчеты, нам нужно все равно с государством произойти какое-то взаимодействие. Это может либо попросить разрешение Национального банка на то, чтобы совершить какую-то операцию, либо провести просто регистрацию сделку, либо там самая простая форма – это просто уведомить. Я там заплатил за рубеж, да, либо я там купил иностранную компанию. И в
принципе, валютное регулирование и валютный контроль – это не какая-то там уникальность Беларуси, это существует абсолютно во всем мире, то есть, как я уже говорила, все государства контролируют финансовую сферу. И что отличало, наверное, Беларусь, это еще наследие с СССР, да, что он у нас достаточно жесткий всегда был. И сейчас мы наблюдаем в странах, например, западных, идет ужесточение валютного контроля и валютного регулирования. В Беларуси мы видим обратный такой тренд, что у нас происходит либерализация. Да? Мы все помним, что еще недавно надо было продавать валютную выручку. Валюту можно было купить только под определенные цели, надо было указать эти цели. Это, слава богу, отменено. Но либерализация в валютной сфере, она шире, она касается не только этих вещей. И вот, в принципе, на этом слайде представлен такой более общий трек либерализации. Как всегда, мы все еще сопробируем на ПВП. И еще в марте 2018 года первый пул таких либерализационных мер был представлен в 8-м декрете, который разрешил резидентам ВВП на то время только без ограничений открывать иностранные счета и без ограничений проводить валютные операции, связанные с движением капитала или капитальные операции, или, проще говоря, инвестировать за рубеж в различные формы, приобретать компании, приобретать иностранные ценные бумаги и так далее. Год потестили на ПВТ, ничего страшного не произошло, и в марте 2019 года вступила в силу, достаточно, я бы даже сказала, быстро и неожиданно, новая редакция 72-х правил проведения валютных операций. И вот эти вот льготы, которые были предоставлены резидентам ПВТ, распространили, правда, не полностью, на остальных субъектов хозяйствования, это юридические лица и индивидуальные предприниматели, и некоторые распространили на физических лиц. Мы дальше подробнее остановимся. И что мы сейчас ждем? К сожалению, вот эти 72 правила, они были приняты в не очень удачной редакции, она очень тяжела для восприятия, и она будет существенно переработана, но меры там были, ну, на самом деле такие достаточно либерализационные и серьезные. И вот мы сейчас ждем, что будет новый закон о валютном регулировании принят, он уже прошел первое чтение в парламенте в ноябре этого года, который, в принципе, дальше продолжит этот либерализационный трек и упорядочит немножко систему. Скорее всего, правила даже будут отменены, но как бы вот эти льготы, которые были предоставлены, останутся и даже расширятся. Ну, сейчас давайте перейдем немножко к конкретике. Вот до марта 2019 года все, что вы видите, кроме нижней строчки, где написано «текущие валютные операции», вот это вот все можно было сделать только с разрешения Нацбанка и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам. То есть для того, чтобы открыть иностранный счет, либо провести капитальную операцию, вот эти вот ниже все операции, которые перечислены, вначале нужно было сходить в Нацбанк и написать заявление: прошу, пожалуйста, разрешить мне учредить компанию за рубежом и внести в нее денежный вклад. Кроме того, чтобы написать такое заявление, надо было написать такое обоснование, серьезно, сейчас мы туда перейдем, экономическое обоснование необходимости проведения этой операции, оценить эффективность инвестирования валютных ценностей, приложить целую кучу поддерживающих документов, проекты устава, например, вот все-все-все. И после этого Нацбанк думал и мог отказать, потому что у него был ряд таких, ну, достаточно объективных критериев, по которым можно было отказать, например, там не приложил документ или еще что-то. И был такой субъективный критерий, что запрашиваемая операция не соответствует направлению денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Вот это что-то такое непонятное что. Применялось каждый раз, когда просто по какой-либо причине не хотели давать разрешение, и те, кто активно пытался вот обращаться за разрешениями до 2019 года, меня вот подтвердят, да, поддержат, что на самом деле достаточно сложно было получить разрешение. Сейчас ситуация изменилась коренным образом. Сейчас юридическим лицам эти операции и индивидуальным предпринимателям можно совершать без разрешения Нацбанка. А физическим лицам, к сожалению, еще нет. Мы это ждем в новом законе. Но зато физическим лицам разрешили открывать иностранные счета, считать за рубежом без разрешения. Юридическим лицам почему-то это полномочия не дали. Все вот это вот вместе можно делать только резидентам ПВТ. Да? Такая логика, ну, я не знаю, почему.
руководствовался законодатель, когда именно так структурировал, может быть, вот как-то проще контролировать в отношении юридических лиц эти операции, потому что открытие счетов, как мы помним, даже когда это было нельзя физическим лицам, не было никакого валютного контроля в этой части, и проследить и не наказывали, не было никакой ответственности за открытие счетов физическим лицам. Поэтому суть тут, по сути, такое, как бы такое техническое изменение, да, мы вроде запрещали раньше, не контролировали, не наказывали, теперь вовсе разрешили, да, но в любом случае мы считаем, вот как юристы, которые много работают в сфере валютного регулирования, в сфере ВЭД, что это, ну, на самом деле, это большущий шаг вперед, и он очень позитивно сказался на бизнесе. Поэтому что мы имеем сегодня, да, в части открытия иностранных счетов, физические лица открывают без ограничений. Резиденты ПВТ открывают без ограничений, но они уведомляют администрацию об открытии и налоговую инспекцию в течение 30 дней. После этого ежеквартально отчитываются по движению средств по счету. Юридические лица по-прежнему открывают счета только с разрешения Национального банка. И насколько я знаю, до сих пор не очень охотно эти разрешения Нацбанк выдает. Кроме того, если уже разрешение удалось получить, это не значит, что у вас свободный счет, и вы как угодно распоряжаетесь. Устанавливается Нацбанком режим счета, то есть это определенные уведомления, это лимиты, вам указывают, какое количество средств вы можете использовать, с кем вы можете рассчитываться, по каким операциям, все это контролируется, и если режим счета не соблюдается, то есть административная ответственность в этой части. Ну и также надо отчитываться и уведомлять в налоговую. Что теперь касается, немножко подробнее пройдемся по капитальным операциям, то есть это то, что, просто насколько говоря, инвестирование за рубеж. Да, один из способов инвестирования — это создать компанию за рубежом. Для компании теперь нет разрешительного порядка и для индивидуальных предпринимателей. То есть просто нужно прийти в обслуживающий банк до того, как вы оплачиваете уставный фонд, либо покупаете долю в иностранной компании, либо акции, и просто зарегистрировать сделку в том порядке, в котором ранее регистрировались товарные сделки, да, в банке. То есть просто принести договор, и там банк поставит свой штампик, сам уже уведомит Нацбанк. Но вам никто не может запретить это сделать. Физические лица, да, все по-прежнему в разрешительном порядке, вот этот вот строгий порядок с этими бумагами, но на практике сейчас Нацбанк очень лоялен, он очень хорошо выдает разрешение, в отличие от открытия счетов, он отлично выдает разрешение на оплату уставного фонда, либо там, приобретение акций иностранных компаний. По сути, все это экономическое обоснование, все эти сложные слова сводятся к тому, что я создам компанию, я буду получать дивиденды. Все, окей, там две строчки, на страничку это заявление выдается там, за 14 дней без каких-либо там, топ-вопросов, либо, ну, в нашей практике отказов не было в последнее время, когда обращались. И еще раз, многие будут, я еще раз подчеркну, несмотря даже на то, что у нас заголовок так тоже написан «Создание компании за рубежом», никому не запрещают создавать компанию за рубежом или приобретать. С нашей стороны регуляторам только запрещают, контролируют оплату. То есть если вы вносите уставный фонд там, стулом, компьютером, либо там, в Америке создаете корпорацию, которая не обязательно акции оплачивает, да, то это не контролируется до того, как из Беларуси не выходят деньги живые, никого это не волнует, да, то есть это можно делать свободно. Сюда же относится приобретение иностранных ценных бумаг, это игра, хотели сфотографировать, мы все вышли, все презентации, я забыла об этом сказать, можно не фотографировать, не писать, и кроме того, у нас есть видеозапись, ведется, и все это будет выложено в общий доступ, это можно будет еще раз повторить, да. Так, это относится к игре на фондовых рынках в большей степени. Да, тут у нас тоже для компании отменили разрешительный порядок, для физлиц оставили, но если вот подойти внимательно, разобраться, вроде как бы все отпустили для юрлиц. Но регистрационный порядок означает, что вы должны зарегистрировать сделку в
до проведения операции. То есть если мы говорим о какой-то активной игре, то надо до каждой покупки, каждой ценной бумаги вначале прийти в банк и залить. То есть мы говорим, что это какая-то разовая там, крупная покупка, но это не то, что я сегодня купил-продал. То есть несмотря на такую, как бы, опять-таки, что выглядит, что все разрешили, на самом деле пока нет. Пока сохранится вот это правило о предварительной регистрации, к сожалению, там активно покупать и продавать иностранные ценные бумаги, акции, облигации все еще невозможно. Ну и то же самое вот недвижимость, да, компания можно без разрешения, физические лица, хотите купить квартиру, принести начальник вас в банк, обоснуйте, что вам очень нужна квартира за рубежом, получите разрешение, если нас банк разрешит. Но вот вывели, да, тоже позитивная новость, самолеты, вертолеты вывели из-под регулирования, у нас больше не недвижимость, самолет, пожалуйста, никто вас не ограничит, спокойно можете приобрести вертолет. Займы, кредиты для физических лиц, помним, что привлекать без ограничений, если вы даем на срок более 180 дней, нужно разрешение Нацбанка. Для компании раньше были, помните, ограничения, что если высокая ставка, либо там долгий срок, либо минуя счета, надо было получать разрешение, все, теперь без всяких разрешений спокойно можно от иностранных там, партнеров, либо от там, компании своей иностранной привлекать займы. Ну и вот не будем уже на таких мелких вещах останавливаться, да, суть везде одинаковая в этом отношении, юридическим лицам все можно, физическим лицам пока нельзя. И вот здесь вот представлена на слайде ответственность, я не буду вот ее как бы перечислять, просто видим, что если найдут, это не налоговая, очень многие путают, да, связывают как-то с налогами, это абсолютно разные вещи, это ответственность конкретно, которая установлена за нарушение валютного законодательства. Она, в принципе, не такая большая, и многие сознательно идут на нарушения, да, которые никогда не хотят что-то там показывать, рассказывать. Мы всегда против этого, потому что, ну, то, что вы не уведомите Нацбанк или обслуживающий банк о том, что вы создали там компанию за рубежом, либо там открыли счет, никоим образом не освобождает вас от налоговых обязательств. Это вообще не связанные вещи. Поэтому, как бы, если, конечно, там большой план и налоги не платить, то окей, можно тогда забить и вот эту вот небольшую ответственность заплатить. Но если все-таки мы говорим о какой-то спокойной жизни, то, ну, в принципе, на это можно обращать внимание, потому что лучше это сходить и сделать. И то, что я говорила, ждем новый закон о валютном регулировании, валютном контроле. Ключевое изменение – это первая строчка, это то, что для всех уйдет разрешительный порядок, и для всех он заменится на регистрацию. Вообще не будет этих всех разрешений, уведомлений, вот этой всей путаницы, для всех будет просто регистрация. То есть любая сделка, которую ты делаешь, вот такая крупная, как бы по инвестированию, просто приходишь в обслуживающий банк, и в обслуживающий банк ставит там штампик на договоре, и это все. Ну и тоже вот важно, вот для нас, как для юристов, например, что наконец-то унифицируется понятие налогового резидента и валютного резидента. У нас очень долго это регулировалось абсолютно по-разному. Налоговый резидент, вот такая в нашем законодательстве логика, кто на территории пробыл 183 дня плюс там хотя бы один день. А валютный резидент у нас привязывается к таким понятиям, как гражданство, паспорт, паспорт серии ИПП. Была какая-то путаница, я вроде здесь и не живу, и не бываю, но я валютный резидент, у меня распространяются все эти ограничения, там льготы есть какие-то. Ну, в общем, суть в том, что будет все это унифицировано наконец. То есть это большая работа сейчас проделывается. Почему этот закон задерживается? Мы ждали, что его еще в 2019 году примут. И мы вот пробежали по первому блоку. Я не знаю, если хотите задать вопросы, можете сейчас, потому что мы сейчас будем немножко о других вещах говорить. Либо можете потом, либо уже у нас кофе-пауза будет перед выступлением Маргариты, можете уже там как бы в индивидуальном порядке подходить. Нет пока вопросов, да, идите. Есть вопросы? Да. По валютному контролю, вот мне от общения с банками мне сложилось впечатление, что это как бы они на себя эту роль берут. Банки – агенты валютного контроля, поэтому очень много функций, потому что Нацбанк у нас один, а субъектов, осуществляющих финансовые операции, у нас очень много. Поэтому, конечно, банки очень много на себя берут, ну, не то, чтобы они там сами на себя берут, да, не законодательством установлены как агенты валютного контроля. Поэтому где-то регистрации сделок в обслуживающих банках проходят. Потом банки задают очень много вопросов, банки подают сведения о произведенных операциях. Поэтому, да, вы абсолютно правы, у вас абсолютно правильно сложившиеся ощущения. Все? Просто эти все потом сведения, которые банк собрал, истекаются в национальный банк и дальше широкому кругу заинтересованы лица. Да. Теперь мы поговорим немножечко о других вещах, о том, именно как на нас смотрят иностранные банки при открытии счетов.
По моим личным ощущениям, немножко этот накал спал, потому что в прошлом году у нас просто был шквал обращений к нам, просто, наверное, каждый день приходили, помогите открыть счет, либо помогите у меня закрыть счет. Мы уже там начали тоже клиентам, вначале пытались открывать счета, потом начали подбирать эти различные платежные сервисы как альтернативные. В этом году обращений меньше, да, не знаю, расскажете потом, что изменилось, либо все переструктурировались, чего мы советовали уходить вообще от этих, или открывайте даже своим иностранным компаниям счета в Беларуси, либо стали легче открывать, немного, потому что, знаю, до сих пор проблемы есть, но вот, в общем, мы расскажем, наш такой вот опыт полегче чуть-чуть, да. Ну, наверное, на нас стали немножко смотреть не на карты России, немножко нас немножко вот... Осталось, да? Да, может быть, кстати, да, чтобы я помог. Хорошо. Ну, значит, о чем мы здесь расскажем, да? Все, что сейчас происходит в иностранных банках, все вопросы, которые нам задают, все нежелание открывать счета, все желание, наоборот, их закрывать и останавливать операции вызвано вот этими, да, AML двумя буквами или политикой anti-money laundering, которая начиналась как политика по противодействию отмывания денежных средств, потом добавилась туда по противодействию финансирования терроризма, потом туда добавилась по противодействию финансирования распространения оружия массового поражения. Но сокрушительный успех настал, когда сюда в это понятие включилось противодействие совершению налоговых преступлений. Все, и когда поняли, что банки – это самый надежный инструмент пресечения и контроля нарушений в налоговой сфере, потому что, ну, например, там, западные развитые государства, они не могут приехать в каждый офшор и каждого из этих запасов, который весь день пасет, на самом деле, так, поздно вечером регистрируют офшорные компании, банков такой же, то есть они не могут просто все равно, не их юрисдикция, кстати, мы об этом тоже поговорим отдельно, то есть они не могут сказать, типа, не регистрируйте компании, увеличьте все налоги, да, и уберите вот эту вот безналоговую политику офшоров, да, потому что, ну, здесь это разные государства. Но зато очень можно просто все это обрезать на уровне банков. Окей, ты платишь в офшоры, ты платишь из офшоры, просто наш банк, который под нашей юрисдикцией, который находится в европейской стране, либо находится в США, либо под контролем, либо под влиянием этих стран, мы просто остановим эту транзакцию. И дальше ты уже думай сам, да? Мы ее выпустим тебе, эти деньги, через год, через два или через три. У меня клиента в Латвии деньги зависли, сколько это лет назад случилось, да, этого пристегли, деньги до сих пор не выпустили. Да, несколько лет это... Началось это все в Америке в 70-х годах, когда в 1970-х, когда в Европе еще самое важное было отношение с клиентом, банковская тайна, швейцарские банки. Никого в швейцарском банке не волновало происхождение капитала. Важнее всего было защитить свои отношения с клиентом. Америка начала потихонечку бороться. Где-то к 90-м годам все-таки Европа присоединилась. Но все это так было достаточно вяло до 2015 года. И вот мы помним, например, тогда произошли эти латвийские события, да, в прошлом году кипрские банки останавливали очень много транзакций. Но, а после чего? После того, как туда приезжал американский финсен, да? И вроде вот американский какой-то орган приезжает в Европу, и что-то там начинает сразу происходить, непонятно как. Я сама до сих пор как юрист до конца не понимаю, но у них есть парочка законов в Америке, которые экстерриториальны, которые позволяют налагать штрафы на субъектов иностранных государств. И тем не менее, как ни странно, это работает. И это работает даже с крупными мировыми банками, да, как это BNP Paribas, например, было штрафовым американским финсеном, и они заплатили штраф миллиард долларов или евро, я не помню. Да, ну, соответственно, такие небольшие страны, как Латвия и Кипр, все боятся приостановления корреспондентских отношений, что могли же доплаты долларов, все слушаются. Да, поэтому американская политика вот этого anti-money laundering, она очень-очень такая сильная и оказывает очень сильное влияние на Европу. Одним из инструментов AML – это процедура KYC, Know Your Customer, Know Your Client или Знай Своего Клиента. То есть, по сути, это
как это задумывалось, да, что это минимальные вопросы, которые позволяют идентифицировать и установить личность на трагедии. У меня это даже на словах перечеркнуто. На сегодняшний момент это звучит и выглядит так, что расскажи все о себе, обо всех вокруг, вообще кого-то знаешь, все хочу знать, все равно я тебе не верю, сейчас не открою. И в европейских банках он, ну, как минимум, всегда проводится при установлении деловых отношений. На самом деле он в рамках текущего мониторинга очень часто проводится. И то есть периодически вас уточняют, да, и если у кого-то есть зарубежные даже там личные счета, значит, наверное, вам на следующий год прекратят обслуживание, если вы анкету не перезаполните. Она бывает как бы такая простая, а бывает расширенная. Несмотря на то, что это вот положение из в Европе. Есть ряд таких антиотмывочных директив, сейчас уже пятая. Если раньше принимали одну директиву в 10 лет, то за последние там, 3 года они одну успели принять, одну успели разработать, и вот сейчас еще одну разработки находится. Так вот, вот в этой директиве прописано, когда проводится расширенная KYC-процедура. В принципе, все европейские банки следуют вот этому посылу, но можете вот это даже не читать, потому что это на слайде этого нету, в директиве этого нету, но любой нерезидент подвергается расширенной KYC-процедуре, даже если там это простейшая операция, либо это просто счет открыть, да, поэтому как бы вы не резидент, сразу у вас в отношении вас будет расширенная KYC-процедура. Ну и, соответственно, вот та информация базовая, которую спросят при открытии счета компании. Это, во-первых, что за компания вообще, для чего вам счет, откуда средства, если, например, вы там депозите что-то, либо там какой-то перевод большой делаете, информация о конечных бенефициарах и подтверждение о том, что компания, для которой вы открываете счет, что она реально работающая, не shell company, то есть какой-то substance. Удивительно, но вот по пятому пункту, буквально пару там, недель назад приезжал Credit Suisse, мы с ним разговаривали, он говорит, нас substance вообще не интересует. Substance вас должно волновать самих с точки зрения вот этих вот, кто-нибудь может знать, законодательства российской о КИКах, которое, в принципе, сейчас и в Беларуси так начинает немножечко налоговые органы в эту сторону смотреть. То есть если у вас есть компания за рубежом, вы не можете доказать, что она на самом деле управляется за рубежом, что у нее на самом деле менеджмент какой-то реальный, а управляется за рубежом, то в России это активно используется, в Беларуси начинается, эту компанию могут признать как бы белорусской компанией, потому что нет собственности за рубежом, и вложить налогами в Беларуси. Да? То есть банки нас не могут. Но очень многие банки волнуют. Да? Ну, что мы...